Дружок, тебе точно плохо? Чего ты лежишь так? Весь из себя. Весь извалялся. Вот вышел бы в другую комнату, я бы у тебя убрала. А так, сколько достаю, столько убираю. Что такое? Конечно, я зайду к тебе, но я же могу не выйти. Малыш. Принц. Чего ты там, мой хороший такой мальчик? Ну, лежи, лежи, отдыхай, малыш. Опять не доел курицу. Что она у тебя лежит просто так? Зачем у тебя курица просто так лежит? Ее кушать надо. Мальчик. Сынок. Сынок. Моенький сынок. Ты это, животик просушиваешь, что ли, лежишь? Ты животик просушиваешь, лежишь? Да. Маленький сынок такой. Красивый сынок. Бу-бу-бу-ду-ду-ду. Бу-бу-бу-ду-ду-ду. Что такое? Маленький мой. Тепло тебе, да? Жопку греешь там. Мой мальчик такой сладкий, сладкий такой. Батя, бо зимонечки, лапки сложил весь. Красивый мальчик такой, красивый. Ай, какой красивый мальчик. Подойдешь, малыш? Давай, мальчик сладкий. Ай, потягушечки мои дави. Давай, 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 подходи. Водичку попей, курочку скушай. Маму порадуй. Ты мальчик, давай, давай. Ай, ты красивый малыш. Давай, давай. Да, шипи, шипи на страшную тетку. Шипи, шипи. Ай, шипи, шипи. А какой красивый худенький малыш. Да, ты такой мальчик. Больше не дашь мне жопку потрогать? Уже давал, и все, и больше не надо? Выходи в другую комнату, малыш. Я здесь вымою. Сынок, ты красивый мальчик такой. Ты красивый мальчик. Хороший мой малыш. Полегчало, погода сменилась. Да, мальчик. Ничего, тебе бейсболку уколем, будет хорошо все. Если жопонькой сюда ляжешь, так вообще будет хорошо. Курицу там не проворонил, она не тут лежит. Она с другой стороны, малыш. Найдешь?